микрорайонах Химок активная фаза благоустройства дворовых территорий. Уже на 6 участках ремонт выполнил полностью. По другим адресам работы продолжаются. Всего в этом году в округе преобразят 26 дворов. Все работы согласованы с жителями. Планируется замена бордюрного камня, замена тротуарной плитки, установка дополнительных световых опор, замена асфальтового покрытия, озеленение. Благоустройство также коснулось детских и спортивных площадок. Всего в этом году будут обновлены 78 таких локаций. 14 из них по программе модернизации. Специалисты производят замену игровых комплексов, покрытия. Устанавливают дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». В этом году на территории городского округа будут установлены 3 губернаторские площадки по программе Андрея Юрьевича Воробьева. 2 площадки будут установлены на левом берегу и 1 площадка в микрорайоне Планерная. Все они площадью 450 квадратных метров. Все работы планируют завершить до 31 октября. Денис Фоловников отметил, что вовлечение жителей в процесс благоустройства очень важно. Основные каналы взаимодействия – голосование на портале «Добродел», проведение встреч, совместное проектирование, участие общественности в контроле за ходом работ и соблюдением сроков. Кирилл Петухов, Вильфрид Демковский, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.